Каждый пятый человек в мире страдает от головных болей. Этот симптом является одним из наиболее частых неврологических нарушений. С чем это связано? Почему нельзя терпеть боль и чем опасен инсульт? Доктор ответит на все ваши вопросы. 31 октября. В студии врач-невролог больницы Середавина Михаил Курапов. Программа «Звоните доктору». 31 октября, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».